Пока с нас. Пока непонятно, пока он. Не подходит немножко. Ну, значительно, да? Сделать вот здесь. Ну, вот так собираете. Вот, ну получается неплохо, прикольно. Но сложно. Сидеть, два, куда? Ребят, вот после работы... Чаю, будет блин из меня. Высота здесь довольно большая. Пишите в комментах, ставьте лайки и не забудьте обязательно поставить колокольчик. Вот. А сейчас, ребят, я начинаю работать, вы подсматриваете. Времени мало, потому что каждый день приходится много всего делать. Поехали. Кстати, для тех, кто первый раз на моем канале, я Александр Бегак, конструктор-новатор, дизайнер, создаю самолет, народный самолет. Это мой челлендж, создать его очень быстро и очень необычно. Это техника, которая будет у вас находиться дома, вы на ней можете ездить в магазин, но когда захотите, сможете полететь или научить летать кого-то. А также на нем можно будет заработать деньги. Не пропустите главный момент, как заработать деньги на беголете. Где они все? Сейчас качаться будут. Сай, смотри, тут походу колеса двигать придется. Ну что, по центровке не подходит немножко. Ну, значительно, да? Угу. И на сколько? Сантиметров на 10 вперед, то есть если рессор взять, перевернуть. Но ручник это, чтобы на поворот заходить. Чтобы крен вещи был, ручник дернул. Поставить ее носом вперед. Еще задом поедем. Да, и задом как раз поедем. Будет на самолете задний ход. Если в облачко врежешься, раз назад. Всем привет! Вы на моем канале Бегак ТВ. Сегодня мы строим стапель. Сборочный стапель корневых нервюр центроплана. Для этого мне понадобятся вот эти доски. Это фанера ламинированная. Специально используется, потому что к ней не пристает и не приклеивается эпоксидная смола. В дополнительных элементах мы сделаем такую стеночку, я ее сейчас отфрезерую и вот так установлю. У меня получится вот такая стена. Здесь у нас будет лонжерон лежать, но это я вам потом покажу. А здесь будет выходить одноразовая оснастка, грубо говоря, одноразовая матрица. Ее мы запрессуем при помощи фанерных вкладышей и создадим нужное давление, порядка 8,5 тонн. Вот, поэтому такая вот штука. Ну, так как у нас пока одно крыло, поэтому это нас спасет. Ну, в дальнейшем, конечно, не очень. Вот, после этого, если вот посмотрите сюда, вот после этого нам надо будет выложить крыло по такому углу, вот по профилю, нарезать блоки крыла, облегчить их и приготовить к созданию полностью всей композиции, конструкционно-силовую схему именно самого крыла, отделяемой части. Но все постепенно, шаг за шагом, мы движемся уже к завершению создания самолета. Ну, вот такая направляющая, видите, вот она. Вот теперь я ее включу, это сделано специально, чтобы был определен зазор. Теперь и вот благодаря вот этим направляющим линейки можно сделать ровную линию. Поехали. Вот так у нас получилось. Дымно, конечно, но с нас пока непонятно до конца. Ну, вот это все вот так собирается. Вот, ну, видите, зачем это делается. Вот, ну, получается неплохо, прикольно. Да-да. Я к земле прилетаюсь уныло. Я люблю эту жизнь, а меня ты засранка забыла. Ой. Вот уж близко земля, я лечу и
траву различаю. Будет блин из меня. Высота здесь довольно большая. Ай-да-дам, 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 подпевай. Придержись в ту сторону. Короче, у нас центровка небольшая, не центровка, у нас с углом, взлетным углом есть небольшие проблемы, но мы исправим. О, как я выгляжу красиво. Вау. Как говорят в Амстердаме, на колесах далеко не уедешь, вот так. Или вот так. Но далеко вот улетит. Чиз, подпишитесь на канал, ставьте колокольчик, как я плохо выгляжусь. Вы знаете, где кнопка подписки. Только громче говори. Вы знаете, где кнопка подписки. Да, ставьте колокольчик и давайте. Динь-дон, я ваша мама. Соскучились собаки, целыми днями работаем, да? Работаем! Иди ко мне, иди. Иди, собаки, это мои толстые собаки. Все, сдавайся, сдавайся. Лезь, лезь. Что? Что они делают? Ругаются? Сидеть. Ребят, вот после работы вот только немного поразвлекаться с собаками. Пишите в комментах, ставьте лайки и не забудьте обязательно поставить колокольчик. Будет завтра интереснее. Завтра я расскажу о конструкции самолета и что это такое. А пока мы поиграем с собаками. Пока!